Тебе краски-то хватит? Не точно. Но выглядит пиздец охуенно. Бля, главное, чтобы по-моему не разъехать. Ну, тебя видно в кадре, если что. Ну похуй. Ну хотя бы середине нужно, пиздец. Блин, какая нахуенная, блядь. Знаешь, сколько стоит такая? 200 рублей, блядь. Блядь, сейчас мы надышимся нахуй. Сдохнем, блядь. Ты маску, конечно, заебись. Блин, как ужас. Как Машина мама заходит. Это хуйня, блядь. Можете резать. Блядь, черный квадрат? Ну да. Только большой. Блядь, чувак, пизда воняет. Давай на кухню это окно откроем. Потом открыто. Да и заканчивать не будет. Минутка, блядь. Бля, заканчивается. Бля, это что, если заканчивается, что делать? Литровый нахуй. Закончить. Бля, жесть, что делать? Бля, к стене не прислоняй, наверное. Или чё? Не, норм. Посмотри, есть там что-то? Краска есть? Нет. Бля. Надо скотчем, блядь, заклеивать. Сука, вёл линии, нихуя. Сейчас придётся, блядь, все стены красить, нахуй. В красный. Чтоб незаметно было, блядь. Блядь, ну это ж пиздец, чувак. Ну типа, вёл линии, блядь, всё идеально. Просто, блядь. Ну долбоёб. Бля, ещё и провод за... Бля. Бля, нихуя. А это даже не подумаешь. А у тебя есть растворитель? Нету. Бля, чувак, надо купить. Ну, блядь, ну это не... Куплю, это пиздец. Это... Ну, доебутся, ну, если кто увидит эту хуйню. Ну, да, я сплю. Наверное, здесь. Всю дверь сейчас косяк этот закрасишь, да? Бля, у меня уже штора... Мне...
Бля, ты уже ты вообще понимаешь, что происходит, блядь? Нет. На камере почему-то какой-то оранжевый цвет получается. Запишу уже. Бля, только ты на пол смотри, там все польется на краю слева, слева, слева. Подними, подними. Разъебал? Я охуел просто от того, что испачкал, бля. Я думал, что будет аккуратнее. Все было у меня. Понимаешь? Ну, что им так, ебать? Ебучая мастика педагогичная, нахуй я терраса, видишь? Ну это прикольно. Необычно. Да, блин.